Это программа «День с толком». В студии Андрей Дреер. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. В Барнауле открылась школа тенниса, которая может сделать этот вид спорта доступнее. Барнаульский студент-медик спас жизнь женщине с перерезанным горлом. 75 лет Победе, 85 лет Герману Титову. Министерство культуры анонсировало богатейшую программу мероприятий на 2020 год. Пьяная вечеринка в Барнауле чуть не привела к трагедии. Барнаульский студент-медик спас женщину с перерезанным горлом. Пользователи соцсетей уже крестили молодого человека героем, а наша съемочная группа встретилась с юношей и узнала подробности его отважного поступка. Все нормально, дыши, дыши. Где эта скорая, два часа едет? Эти кадры уже облетели краевые и федеральные СМИ. Парень пережимает артерию 50-летней женщине. Горло ей порезал муж во время пьяной вечеринки. К счастью, у соседей в гостях был Давлад, будущий врач. Кстати, стоматолог. Я захожу туда и смотрю, там полностью в луже крови лежит женщина. Ну, хрипит, вот так вот хрипит и что-то шепчет. Ну, видимо, последние слова говорит там. А что говорила? Ну, извините меня за все, я вас всех люблю. Пока все кричали и плакали, Давлад спасал жизнь. До приезда скорой парень остановил кровотечение, при том, что раньше навыки первой помощи оттачивал лишь на манекенах. Страшнее, и ты уже думаешь о жизни человека. Сидишь и смотришь отсюда, вот. Ты делаешь все, чтобы человек не умер на твоих руках. 22-летний парень хорошо учится, получает грамоты и медали. Успевает работать детским стоматологом и поваром в суши-баре. И снимает ролики, тысячи просмотров в Инстаграм. Но зарабатывать предпочитает все-таки по профессии. Хочет остаться на Алтае и лечить россиян. А первую его пациентку, которую спас на днях, говорит, уже выписали домой. Как видно, у нее сил не было общаться. И я хотел, ну, просто посмотрел, как она там, что она. Ну, все нормально. Ну, увидел, что все своими глазами, что увидел, что все нормально, и все. Жить будет. Да, жить будет. Жить будет, но гарантии, что поножовщина не повторится, нет. По словам Давлада, семья неблагополучная. Видимо, поэтому телекамера ее так смутила. Кто? Я, сосед. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно, я не можно? Буду вообще. Вообще часто здесь такое происходит? У них постоянно драки. Там алкаши, вон последняя квартира, где нет стекол, там алкашня. Можно? Нет, я закрыта, мне не открыться. А что, почему? Вас кто-то закрыл? Да, меня муж закрыл, ушел, извините. Эта двухэтажка, как выяснилось, не раз мелькала в криминальных сводках. Год назад здесь произошла поножовщина. Местный житель напал на прохожего. Преступника, конечно, задержали, как и того, что накануне перерезал женщине горло. Но, пожалуй, этот дом лучше обходить стороной или надеяться, что и в этот раз Давлад окажется рядом. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. Он весил чуть больше килограмма, когда перенес первую в своей жизни операцию. Ему устраняли нарушение сетчатки глаза. Впервые офтальмологи Краевого центра охраны материнства и детства взялись за такого миниатюрного пациента. Как чувствует себя недоношенный малыш и почему операцию не смогли отложить, расскажем далее. Сложно поверить, но сейчас эта кроха уже большая. Малыш поторопился родиться. На свет он появился весом 760 граммов. Недоношенность ребенка сама по себе риска. Этому младенцу она и вовсе грозила слепотой. У врачей было ровно 72 часа на операцию. Если мы пропустим, то есть заболевание начнет дальше прогрессировать, перейдет в терминальные стадии, пойдет отслойка сетчатки, то есть это ребенок-инвалид по зрению. Это ретинопатия. Тяжелое заболевание, связанное с развитием сосудов глаза. Они сформировались бы в утробе матери, родись малыш на пару месяцев позже. Эта болезнь сопровождает и 2/3 недоношенных детей. До 35-й недели мы вот поэтому их и смотрим, потому что сосуды только вокруг диска зрительного нерва, если вот здесь вот вы посмотрите. Здесь они уже пошли дальше, это первая зона, здесь уже вторая. Третья пока у нас серенькая, но сосуды туда собираются идти.
Еще пара недель, и серая зона станет розовой, значит, развитие идет по сценарию. Офтальмологические операции на малютках на Алтае проводят 8-й год. Через них прошли 73 ребенка, но этот малыш стал самым маленьким пациентом. Для такой операции использовали налобный офтальмоскоп, когда миниатюрное тельце не нужно закреплять вертикально. Теперь каждую неделю ребенка диагностируют. Врачи говорят, его зрение уже вряд ли что-то угрожает, но наблюдение необходимо. Ребенок, он неадекватно дышит. Механика дыхания у нее неадекватная. Периодически возникает состояние, которое называется апноэ новорожденных. Ему сейчас надо набрать определенную массу, чтобы он был выписан. Кстати, сейчас маленький боец за жизнь весит уже 1,4 кг. До выписки осталось немного. Стабильный набор веса и хорошее самочувствие. Анастасия Дорога, Николай Шелко, «День с толком». В Камне-на-Оби закрыли детский сад номер 17, точнее, один из его корпусов. Воспитатели боятся обрушения карнизной части стен. Накануне с крыши убрали снег. Рабочие заметили, что стропила сместились и есть риск обрушения. По данным каменских известий, крышу ремонтировали 5 лет назад. До конца недели в администрации района должны подготовить смету на обновление всего здания. Фестиваль, гастроли, гала-концерты. 2020 будет богат на культурные события. Во многом это объясняется празднованием 75-й годовщины Победы. Год памяти и славы запомнится театральными постановками в Театре мускомедии, драмы в Молодежном театре. Новые концертные программы представят в Барнаульской филармонии, так рассказали в Минкульта. Самым масштабным событием должны стать творческие программы в рамках краевой акции «Голос Победы». Кроме того, нас ждет много других юбилейных торжеств. 85-й юбилей будем праздновать Германа Степановича Титова, и в этот же год, 20-й, 55-летие музея Титова. Две даты, которым будет посвящена целая программа мероприятий, как в Косихе, в Полковниково, прошу прощения, так и в городе Барнауле. 30-летие Сибири и, опять же, 70-летие, собственно, Евгения Ивановича Борисова. Это важная для нас также дата. Мы планируем выезд оркестра «Сибирь» с концертной программой в Москву. Барнаульский альпинист Алексей Усатых стал зимним снежным барсом. Он вошел на одну из высочайших вершин бывшего Советского Союза – пик коммунизма в рамках уникального международного проекта «Зимний снежный барс». Его суть – взойти на все высочайшие пики бывшего Советского Союза зимой. А это ветры до 100 км в час, лавины и сильный мороз. За несколько лет спортсмены из России, Киргизии и Грузии взошли на 4 вершины. На последнюю пик коммунизма восходили последние 2 недели. Алексей Усатых – единственный представитель Алтайского края в команде проекта. Большой теннис, вопреки стереотипам, теперь не только спорт для богатых. Занятия по демократичной цене стали доступны и барнаульцам. На днях в городе открылась новая школа, в которой нет ограничений по возрасту и достижениям в теннисе. На одной из первых тренировок побывала Ирина Корчагина. И пойдет. Готово? На мяч, на мяч. Пока ни Шарапова и ни Сафина, но Лиза уже уверенно держит ракетку, отбивает мяч от стены. Ваня тоже делает первые успехи, хотя у обоих только второе занятие. До этого никто из них ракетку в руках не держал. Когда сюда пошла, я знала, что я и знаю, что добьюсь цели. Чтобы научиться играть и всех побеждать. В основном я хотела заняться спортом. Ну вот как раз появилась такая возможность хорошая. Как вам тренер? Добрый. Хороший. Добрый. Это потому что он сейчас слушает нас? Нет. Просто добрый. Открыть школу решили в Федерации большого тенниса в Алтайском крае. Идеальное помещение нашлось в спорткомплексе «Темп». Решили, что детский теннис надо поднимать, потому что 2-3 года был просто провал. У нас играющих маленьких спортсменов практически нет. И мы решили сделать это максимально бюджетно. Я думаю, что через месяца 2-3 здесь просто места не будет, точнее, да, для свободных окон. Кстати, ракетки и мячи предоставляет сама школа. Для родителей будущих чемпионов это большой плюс, ведь детская ракетка стоит около 5000 рублей, взрослая профессиональная – порядка 17. Да и стоимость занятий отличается от многих клубов в городе. В общем, отличный вариант для тех, кому наскучили тренировки в спортзале. Сколько можно калорий сжечь за тренировку? 3-3,5 тысячи, легко. То есть за одну тренировку? За час я набегиваю 10-12 тысяч шагов. Ну, за свою тренировку, допустим, да? Вот, соответственно, 10 километров.
Сейчас в школе формируются группы. Самому маленькому теннисисту 3 года. Он еще сам размером с ракетку. А вот ограничений по возрасту нет. Теннису здесь обещают обучить любого барнаульца с нуля. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд узнаете о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи!